что есть традиционная культура народа, в чем она проявляется и что в себе несет. Как в этом быстро меняющемся мире познать ее и не растерять, стать частью ее и передать другим. Ведь именно через нее с нами говорят века. Культура народа живет в каждом из нас. Пройдя через тысячелетия, обогащая поколения, она стала той самой спасительной силой, помогающей нам обрести себя в этом огромном мире. Главное – открыть ей свое сердце и идти вместе с ней к новым свершениям.